Начинается пока мирно. А, супчик надо бы подогреть. Вот. Кухонное полотенце. Ну, Петя не видит. Старый уже, глаза не те. Нет, ну телевизор смотреть другое дело. Лучше бы он видел то, что он делает. Петьки не только глаза не видят, но и нос не работает. Насморк, наверное. Дыма вообще не чувствуют. Петя, у тебя на кухне пожар. Да мне? Да, тебе, тебе. Да мне? Да, конечно, кому же еще? Конечно же тебе. Иди посмотри. У тебя на кухне горит. Ну, я... Ну, ведь телевизоры не могут разговаривать. Петя, поторопись, на кухне пожар. Иди, иди. Что делать? Что делать? Огонь выключи. Возьми чайник, залей всю эту воду. Молодец. Положи все это в мойку. Положи все это в мойку и включи воду. Теперь открой форточку. Я бы на твоем месте убрал бы все это до прихода мамы. А вот что могло бы произойти. А чтобы ничего не поджечь, можно сделать проще. Как когда-то делала моя мама. Она утром заворачивала в одеяло только что приготовленный обед, и он оставался теплым до самого моего возвращения из школы. Вообще с огнем необходимо быть осторожным. Нет ни одного города, который когда-либо не пострадал от пожаров. В 17 веке сгорел Лондон. Горели Мадрид, Париж, Берлин. В 19 веке сгорела Москва. А почему все это происходит? Все это происходит от элементарной неосторожности, от элементарной невнимательности. Будь мы чуть-чуть внимательнее, сколько их бед удалось бы избежать. Опять горит красная лампочка, опять необходимо... Моя помощь. Друг мой, одного желания помочь мало. Надо знать как.
Ты ведь знаешь, чему могла привести твоя спешка? Ну? Вот так-то. А всего-то и дел дойти до светофора. Полна неожиданностей, и, к сожалению, она полна неприятностей. Необходимо знать, как выходить победителем из самых трудных обстоятельств. А для этого необходимо научиться этому. И поэтому я здесь. И я помогу тебе в этом. Мы будем победителями из любой жизненной передряги. До следующих встреч. До следующей неприятности. Пока.